Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа при КАЗНУ имени Аль-Фараби представляет исследовательским центрам, образовательным центрам и отделам НИОКР высококачественные углеродные материалы. Графен на подложке получен методом CVD. Этот тип графена состоит из высококачественного однослойного листа. Благодаря своей чистоте эти образцы демонстрируют самую высокую проводимость в линейке нашей продукции. Используется для разработки таких приложений, как сенсорные экраны, интеллектуальные окна, гибкие OLED ЖК-дисплеи и солнечные панели. Порошок графена – идеальный материал для формирования проводящих композитов, солнечных панелей, композитов с барьерным эффектом, прозрачных электродов, нанокомпозитов, покрытий теплового излучения, конденсаторов, проводящих чернил и органических полупроводниковых приложений и многих других. Мембрана из графена представляет собой композитный материал из сложенных графеновых листов, полученных путем фильтрации раствора оксида графена или восстановленного раствора оксида графена. Стабильный и концентрированный водный раствор оксида графена в воде. Высокая концентрация графена требует разбавления до получения оптимального расслоения оксида графена. Этот раствор подходит для приготовления композитов и химического восстановления. Фуллерены S60, S70, а также смесь фуллеренов могут использоваться в различных эпоксидных смолах, лаках, защитных покрытиях, маслах и смазках, полиуретановых продуктах, алюминии и системах OPV. Приглашаем к сотрудничеству!